Даже не надо вставлять, отдельно ролик будет. Ты, кстати, не переоделся? So this is the place he was talking about. That's the boat the woman used to get away. Лучше бы он костюм полицейского напялил у себя. Ну, костюм полицейского есть, но он закрыт. This is not just about Jill, but the Ouroboros project as well. Ouroboros. Нет, это все ради рок-н-ролла. Рок-н-ролл! У него же такая прическа новая, классная. Зачесанная, как будто он... он сейчас больше на Вескера похож. Я там специально. Вескер же ведь каждое утро Морехед наводит, прежде чем мир взрывать. Почесать бороду и прочее. Глава 1. 241. Кейвс. Это, видимо, сюда кто-то приехал. Вот, бери флешку. Синюю. Ты можешь ей пользоваться. Она безопасная для меня. Не надо бить мошек. Пойдем. Слушай, у тебя нет снайперской винтовки? Я вспомнил. Что она нам здесь нужна будет? Нету, я вижу, но нету у тебя. Я не сказал ее взять, поэтому нет. Ну ладушки, я попробую так вынести. Ты просто тут у меня такие... как бы только пистолет с собой всегда и автомат. У меня такие ребрышки! У меня такие ребрышки! Просто. О, да, я вспомнила, кажется, этот уровень. Помнишь, сколько раз ты меня здесь убивала? Да. Флешку в них, флешку кидай, гранату в них кидай. Да, я не... Ну, вот видишь, я же говорила, что я плохо убиваю. Она их сразу убивает. С гранатами у меня все очень плохо. Эх. Ой, нет, 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 нет. Не, нам вниз, нам лучше. Давай сначала их расстреляем здесь всех. Но нам надо вниз. Ой. Да блин, да что ж такое-то? О, мне далеко до тебя. Да? Ай-яй-яй-яй-яй, и ты попался, да? Да. Я... Вот, окей. Создание, я сейчас дробан вытащу или гранатомет. Спасибо. Да что ж такое? По-моему, ты сегодня очень любишь обниматься паучками. Ну они красивые такие. Обнимашки паучками. Обнимашки! Мне не надо. Здесь есть кое-что интересное. Вот здесь внизу есть эмблема, вон она. Сейчас убью. Ой, я уже забыла, где у нас. И эмблемы, и эмблемы. Слушай, а тут пути-то по-разному идут? Наверху и снизу или нет? Здесь нет, здесь пути-то нету. Здесь просто тупик. И патроны. Ой, мамочки, мамочки! Не-не-не, я бегу отсюда. Ну нахрен этих паучков. Ну их интересно расстреливать сверху. Ну сверху-то да. Я его-то выбил, нет. Да-да-да. И череп снес. Она снизу была, вон там вот внизу. А, ее можно было отсюда сбить, ну ладно, неважно. Я вижу брюлики. Это не брюлики. Мне-то она передалась, нет. Ой, я упутался. Вот отрывайся от них. Беги назад, срочно! Я их сжег.
Да не всех, вот они опять сидят. Большую часть? Ну, не знаю. Всех ребят у меня есть. Так. Бежим назад, я их сейчас расстреляю из гранатомета. Это как-то... Надо было все-таки что-то взять. У меня какой-то звук странный, пердежный теперь. Ну чё, понравилось, да, с гранатомета познакомиться? Козленки. Вообще их надо ножом мочить. Бедный паучок. И долго ты их будешь ножом мочить. Ау, я сзади. Я подстрелю тебе сердце и паучка. Сколько их? Как их много? Да, и оставили это только тут. А я на них всю обойму увидела. Эх, несправедливость. А мне вообще приходится дроба на них тратить, на таких говнюков. Ябада-баду. Что-то Флинстона вспомнил. Камень увидел? Ну, было похоже примерно на это. Каких-то два... ну, я, конечно, похож на Флинстоуна, но все же. О, нет. Только да. Неуильные. Это именно они. Помнишь, сколько раз ты меня здесь убивала в одной головоломке? Раза три, по-моему. Да. Я сейчас помню, что там зомби будут. Вроде как, где-то. Looks like there's been some recent activity. Мне опять патронов не хватало. Давай я вниз пойду первым. Хотя тут не важно. Не, на самом деле это такой неплохой расслабон после такого мяса, которое было в прошлой главе. Более-менее разнообразно, по крайней мере. Ну, по крайней мере, здесь сокровища есть. Я вижу эмблему, но я ее отсюда не собью. Смотри, где она, видишь? Видишь вон тот светящийся ромбик? Вон она снизу. А, вижу, да. Блин, вот поэтому нужна была винтовка. Не, мы сможем ближе подойти, наверное. Если нет, ну блин, придется мне тогда самому ее вытаскивать как-нибудь. Ну ладно, не старайся, может ближе к ней подойти и сбить ее. Вот здесь можно. Вот здесь нужна твоя помощь, я не смогу один разграбить. Я не Лара Крофт. Я не эта дура, которая... Да, подожди, я красоты тут поближу. Еще раз. Рок-н-ролл! Мне так нравится, как ты мышцы напрягаешь. Рок-н-ролл! У меня ребрышки классные. Слушай, как они такое-то утащили все, а? Ну... Поэтому у меня большие мускулы. Видишь, все обосновано. Понятно, ты ломовая лошадка. Паук. Паук был деревянным, похоже, он развалился на части. О, подожди, главное вперед не иди. Так, я думаю, лучше мне пойти вперед. Сейчас. Ты помнишь, что произойдет сейчас? Ну, нет. Я очень обрывочно помню. Ну, не иди вперед. Ну, в общем, я пошел. Давай. Желаю тебе удачи и машу белым платочком. Хорошо, что не розовым. Да, да. Этих вонючек я как-то вспомню. Эй, привет! Как там у тебя? Как у тебя на той стороне реки? Нормально все? Ты главное вниз не прыгай. Вниз не прыгай, пока ладно. Я тебе не скажу. Просто меня пообороняй, если есть возможность. Пообороняй. Я надеюсь, я здесь не сдохну. Ну или можешь бежать ко мне. Ой, ладно. Если хочешь. Не каблучками. Подожди, я тут могу. Я тут могу сбить эмблему, наверное. О, фак, нет, не могу. Так, а как мне тебя оборонять-то? А сейчас парни побегут, сейчас они к тебе пойдут, снизу, сверху. Не хочу. Я нашел травку.
Я вижу парней, они тупят. Ты из них выстрели, они к тебе подбегают. Я две гранаты им кинул. Дебилы, два тупых. Дебилы, два тупых. У меня тут пока никого нету. Дебил. Ну, вообще тут бегать-то негде. Я не знаю, каких не убил в прошлый раз, но ладно, надо, тут есть два. Можешь спускаться вниз, в принципе. Я до тебя сейчас добегу. Ах, то спускайся, то не спускайся. Отлично, вы парни обделились. Так, вот сейчас они побежали, по-моему. Ага. Ай-я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 й
Как им это? Это был гранатомет, если что. Как там четырех? Это был всего лишь гранатомет. Мне всего лишь было состояние, которое я использовал. Блин, я травку хотел взять, это за меня. Их там еще сверху до хрена. Да, надо вынести гранату на себе. What the hell? Я гранату кинул. Ой-ой-ой, Лиза осторожно сзади. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я сбежала. Ну, какого хрена? Я хотел его раздавить, а он лег в текстуру головой. Текстурно-головый. На тебе травку возьми. Ну, давай. Тут прямо нужно подбегать на расстояние вытянутой руки, чтобы что-то передалось. Да, у них, видимо, волейбольные чувства плохо развиты. Пойдем, там есть два ящика, которые можно открыть. Один, который нам нужно открыть, а второй, который... Вот он. Второй, который наполнен хорошестями. Хорошенькими? Хорошестями, да. Хорошенькими хорошестями. О, Грабь! Грабь награбленная. Да, у меня такие карманы, которые не оттягивали золото. И желательно источник золота. Ну да, да, как это было. У мумии был рубин, я его забрал. Надеюсь, ничего не случится. Ты будешь проклят! Предлагаю сразу вниз не прыгать. Ну ладно, давай уж помогу. А там какая-нибудь нервная. Ой-ой-ой. Фу, я успела. Да, похоже, ту эмблему я не вытащил. Мы просрали эмблему. Ой-ой-ой. Какие все злые, это я не могу, а. Слушай, так мы же все равно пойдем в ту сторону, наверное, да? Наверное, не знаю. Ладно. Ну если что, я потом один сбегаю с винтовкой и все. И заберу ее. Да блин, да вы все. Вот тут в меня кинули копье, а я его на лету. Помоги. Ну, лезь сзади. Я его на лету сбила. Ай-ай-ай-ай. Неладко. Ой, господи. Ай-яй-яй-яй-яй. Оббегай назад к ящику. Fuck you! Ой, патрончик еще. Какого? Помоги! Круг! Круг! Да. Это нас атаковали и разбили. Я знаю, что круг. Михаил, круг! О да, забирай! Граб награбленный пауками! Паучок. Он как-то отбился от стаи и не умер вовремя. Отшельник. Неудачник. О,
О, спасибо, ты мне патрончики дал. Какой милый паучок. Это был добрый паук, который желал нам добра. А ты его взяла и убила. Он пожертвовал собой. Если бы я его не убила, он бы мне патрончики не дал. Вон она, вон она, вон она, вон она эмблема. Точно. Подожди, подожди, не иди вперед, не иди вперед. Видишь эмблему сверху? Можешь ее достать отсюда? Конкурс криворуких снайперов. Вау! Да! Вау, молодец! 5 очков! Молодец! Если бы я мог, я бы как в волейболе сейчас тебя шлепнул по одному месту. Ну, я не буду. Мы не волейбольная команда, к сожалению. Как тебе такое? Молодец. Вниз лучше не спускаться. Никакого чувства сострадания. Так, давай подлечимся, пока пойдем, пока не пошли вниз. Давай. Заюзай маленькую, да-да, маленькую заюзай. Да, ребятки, видимо, совсем плохо у вас. А, что-то как-то я плохо. Ай-яй-яй-яй. Плохая жизнь, топчики тут, понимаешь. Всё? Ты помнишь, что сейчас будешь? Ты помнишь, что сейчас будет? Не хочу помнить. Моя память не хочет. Тогда стой тут. Стой тут. Чуть-чуть еще кувшинчики разбиваются, да? А, ну можешь спуститься и взять патроны. И беги сразу сюда. А где патроны? А, вот. Подожди, 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 давай не будем пока что поворачивать. Давай не будем пока что поворачивать. Может, кувшины разобьем? Да, куда кувшины разобьем? Бери патрон для пистолета, тебе нужны. А, черт, нет, не получилось. В центр давай. Сейчас сразу в центр. Беги назад, в центр. Направо. Поворачивать-то будем? Давай. Крути, крути. Надо еще, чтобы один сейчас пробежал. Да-да, видишь, она. Давай, кто побежит? Ты где? Ну, я побегу, давай, да? Давай, сделай себя здорово. Скажи, если сзади у меня будет круг, хорошо? Если сзади ко мне подойдет круг. Ну подожди, я хочу лут собрать. Ну, сзади теперь круг был. Я хочу лут собрать. Давай, собирай. О, фак. О, фак. О, да. О, господи, друзья, круги. Михаил, круги не надо. Шарики. Бобики, твою а мать! А ты, главное, что хотел меня посылать? Ты такой милый вообще. Ты живой? Я лут собираю! Где они? Я их не вижу. Ой, мамочки! Ой, мамочки! Мамочки! Ой, все, это страшно! Там. Я не могу, это лут! Лут, я не могу! Я сейчас тупо около центра там побегать. Ты знаешь, как там страшно? Знаю. Ты вон еще не собрал, вон валяется. Эй, мужчина, тут взрывающиеся кружки летают, сферы. Вот, давай ты пойдешь и соберешь. Нет, спасибо, не хочу. Так это мастерски все проваливает. Так, ну давай, повернем, и я побегу туда, в дверь, хорошо? Ну, я пошел. Да, мы поняли, дверь открыта. Что, иди, давай. У меня тоже идти, да, я так понимаю? Не, ты стой там. Я могу идти, если... Ух ты, как интересно пропадает. Все, теперь можешь идти, да. Теперь можешь лут собрать, который остался. Если он остался. А, он исчез. Ну, это специально сделали, чтобы люди... лут пособирали. Чтобы жадюги туда прыгали и здоровье отнимало. О, да. Ой.